경화 15년간 기업의 샤라 무짐젤라 마케이아스 드려베치링기 빨따무 야니촌이 맞아? 빨따 왜 나스타야시 리쭈? 나스타야시? 3월 바스네스 나차라 미치볼라스 야빠 미라 15년 스마트리치 마이 녹지 크러시비다 그스타지 우예 Этими животными будем вместе делать макияж. Поехали! У меня есть линзы, смотрите, да? Makeup base, это делает кожу более светлой. А, самое важное, я когда макияж делаю, это очень удобная штука. Видите разницу, да? Сразу. Это мне нравится, потому что вы знаете Джорджио Армани. Это дешевый вариант. Губы тоже намажете. Уже кема меняется. Вот это мне нравится, потому что это вообще не высасывает тональный крем. Остальные спонжи, они слишком высаживают, поэтому мне неудобно. Надо много тратить тональный крем, но это мне нравится. Маленькой губкой. Почти. Просто сегодня вечеринка, так назвала, но у меня просто съемка есть, поэтому вот так решила с вами разделять. Это мне нравится, потому что когда... Одежду мы одеваемся, да? Кремом надо тон одинаково надо делать. Но я не хочу, когда одежда вот так. Тональный крем стирается. Но это просто крем, поэтому никогда не стирается. Уже белый стал, да, одинаково. Вот так. Кисточкой. Если вы хотите делать очень perfect, совершенно красивые губы, тогда очень важно, что скрывать вот это вены, когда кровь идет вот здесь. Под глазами тоже. Это такой блестящий. Если вы видите, да, вот так, блестят. Это, а вот так видите, очень блестят. Когда вы хотите очень хорошо намазать, тогда лучше вот здесь. Потому что если вот так один раз, только здесь пудры, да, тогда, чтобы разные образы, то много пудры били. Я обычно фокусирую здесь, лоб и эпплзон. Это очень белый, поэтому когда я хайлайтер, и только здесь перед глазом лоб еще раз делаю, потому что тогда блестящие пудры и белые пудры совместно очень красиво получается. Почему вы не сказали, мне вот это не работает? Ин! Будем делать контурный мейкап. Мне очень нравится, потому что это не очень сильный цвет. Еще обязательно вот так намазывать. Перед намазывайте вот так, не забывайте. И шейдинг, самое важное, это сначала вам надо думать, в лице, где вам не нравится. Например, смотрите, мне не нравится, у меня квадратный подбородок, тогда надо убирать вот так. Вот это мне кисточки нравится, это можно последить. Вот это как называется, щеки, контурный мейкап. Вот один раз вот так, здесь тоже. Видите, если мне не нравится большое лицо, тогда вот можно убрать. Это пластическая операция с макияжем. И лучше
кисточка направление не спереди сзади, а и сзади. Потому что вот так из кисточки след остается. Поэтому более натуральный тогда отсюда, вот так. Нос тоже. Мне нравится, когда нос красивый и вот так. Кореянки любят и маленький нос. Для этого надо маленькие кисточки. У меня на самом деле очень много косметики, потому что я рекламировала все корейские косметики. Еще кисточки тоже. Ну это Тайсо. 1050 рублей. Но мне нравится. Не полностью, смотрите, в середине. Потом. Вот. Кантик вниз тоже. Здесь. Очень-очень мягко. Если вы полностью делаете контурный мейкап, все нос, тогда нос будет очень длинный. Поэтому очень мелко, мелком так говорите. Да. Окей. Натурально, как вы думаете? Губы контурный шейдинг. Наверное, мне надо открыть косметический магазин. Вы думаете, что корейские косметики все хорошие? Ваша кожа и наша кожа, я же говорю много раз, но другая, поэтому надо точно хорошо знать. Корее популярные продукты вам, наверное, не подходят. Много корейской косметики, которые очень популярны, на самом деле это не очень эффективно. Я использую самые новенькие, но не очень, поэтому обязательно подробнее читайте, перед тем, как вы покупаете. Смотрите, это тип. Ой, за животное не видно. Не параллельно, а вот так, да? Я обычно делаю сначала конце, потом наоборот. Вы обычно рисуете вот так. Но вот здесь вначале не натурально получается, поэтому я обычно вот так, чтобы натурально получилось. Здесь тоже. У меня светлый волос, поэтому светлый. Когда вы намазываете, нельзя вот так стирайте просто, как бы окно стирайте, да? Примерно вот так. Это кореянки все знают, потому что очень популярно. И как натурально стало. И еще контурный мейкап, брошь остается, да? Чуть-чуть натурально. Брови тоже пока-пока. Здесь белый цвет. Чтобы были более чисто, более точно выглядели. Такой цвет. Здесь более мягкий, светлый коричневый цвет. И здесь темный коричневый. Конечно, это зависит от какой у вас цвет волоса. Это вы дополняете между волосами. Вот так. Только здесь один капля. И здесь. Можно использовать после пудры, кстати. Корейки любят подушку. Эти более светлыми. Как будто только час назад плакала. Либо когда кто-то трогает, я буду плакать сразу. Такие эффект, видите? Кореянки любят такие женственные макияж. Okay. Которые я использовала очень маленькой кисточкой. И уливайте. Потом здесь, чтобы больше подушка была. И мы будем рисовать. Вот так. Литерами. Только 3000 вон, где-то 150 рублей, но очень-очень хорошо, долго держится. Поэтому сначала я буду фокусировать здесь, внизу. Треугольный, видите, здесь треугольный, будем это дополнять. Видите, глаза, не дополняйте. Потом. Я сказала, здесь не дополняйте. Этим будем. Тогда глаза больше очень красиво становится. Очень красиво получается. Ваша любимая, моя любимая Тони Мори. Чуть-чуть натурально делать.
что хорошо, такие долго остаются. Но когда только нижний глаз делаете, но верхний глаз делаете, это уже очень быстро стирается. Поэтому вот верхний, это лучше всего использовать так, такой ликвид. Здесь тоже чуть-чуть натурально. Впереди более светлый лучше, поэтому я, например, выбираю такой. Вот сюда. У меня есть секрет. Макияж для вечеринки – это очень блестящий. В середине глаза. И кончик. Видите, да? Ну не соедините, только впереди, потом сзади. Я это бураши купила, когда в Москве. Чуть-чуть здесь откроем, извините, это будет чуть-чуть страшно. Только очень маленький, видите, линии очень тонкие. И... стрелка. Плечка вверх, да. Чтобы натурально делать, в конце. Вот так. Здесь тоже. Все. Это Тони Мори очень дешево, но очень классно. Покажу, вы сразу видите. Половина глаза открыть. Вот так, зигзаг, зигзаг. Не просто так, а вот так. Я не клею ресницы. Здесь есть такой волос, не волос, это просто как искусственный, как лестница. Если вы намазываете, вот так, делай лестницу больше. Вот. Внизу тоже. Привык здесь, вот так. До этого можно делать как весной макияж. Но чтобы крупно эти губы надо красить. Самое важное, это кореянки, они сюда рисуют. Как будто улыбка. Стрелка, смотрите. Видите? Стрелка. Потом красим любой красный цвет. Почти все закончилось, как вам понравилось. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайк. Пьем!